слово спайс, это, ну, он запрещен. И запрещает только производную форму. Почему не запретят основную форму, чтобы вообще спайс не как бы производить? Есть такая вещь, к сожалению, как определенные лобби, в том числе и на уровне государства. Для того, чтобы принять любые изменения в законопроект, нужно минимум полгода. Изначально, когда спайс только появился, были варианты спайса не наркотические. Это сейчас ассоциируется спайс-наркотик. И поэтому, естественно, запретить все возможности, ну не то что возможности, законодательной возможности не было. В рамках нашего университета проводится мероприятие «Круглый стол» по теме «Наркомания, добровольное самоубийство». Цель проведения – рассмотрение, наверное, решения определенных проблем, создавших в социальной сфере нашего общества, и в частности употребление наркотических средств, считавшихся легкими и безопасными. А так как наше учебное заведение – это заведение массового пребывания, мы решили каким-то образом мобилизовать объединение усилий различных организаций для решения возникших проблем. Это мероприятие непосредственно важно для самих студентов, для нас, так как пропаганда здорового образа жизни очень важна для молодых людей, ребят. Здоровье нации – это основная проблема для России и всего общества, в принципе, в целом. При употреблении наркотиков нарушается генотип человека, меньше рождается здоровых детей, а все больше и больше рождаются больных детей с отклонениями с какими-то. И поэтому, как будущая мать, я хочу сказать, что употребление наркотиков – это крест на своем будущем, на своем потомстве и вообще, в принципе, на своей семье. Курящие есть в аудитории? Есть. Есть? Мне надо вот с кем-то поговорить. Курящие есть. Когда ты начинал курить, ты знал о вреде никотина? Да. Знал. То есть сейчас ты тоже об этом знаешь? Да. В нескольких словах можешь сказать, как никотин влияет на организм? Ну, получается, накапливаемый смол в легких, уменьшение объема легких, за счет этого ухудшается поступление кислорода и к органам, и к мозгу. Угу. Ты бросил курить? Нет, но хочу. Нет. Нет, ну хочу, то есть не бросил. То есть я сейчас, зачем я задаю эти вопросы? Понимаете, само наличие знания об этом, информации, не формирует отношения. А отношения формируют другие, более такие вот тонкие вот нюансы, да, причем у всех разные. Кому-то, может быть, достаточно вот чувства брезгливости, если у человека присутствует в большом объеме, достаточно надавить на это, и это будет тем самым стимулом. Пока, к сожалению, наше общество, значит, не созрело еще. То есть это на самом деле та проблема, о которой мы готовы так собраться поговорить, на кухне собраться поговорить, сказать, что же никто не делает. А никто не делает, потому что, значит, на самом деле это никому не было нужно. Сейчас осознали объем проблемы, сейчас совсем другой государственный, в том числе, подход к ее решению.